Привет, девочки! И сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? У меня сегодня... Ой, очки сниму, покрасивее буду. Так, надеюсь, меня слышно, потому что в прошлом видео меня было не слышно. Сегодня у меня такой вот день уборки. И тему, которую я сегодня подниму, там у меня было прошлое видео записано, два последних видео, про совместную жизнь... с мужчиной, с мужем, и мне задавали такие вопросы. У вас небольшая квартира, она у меня 40 квадратных метров, подойду поближе. Как можно на 40 квадратных метров ужиться вдвоем? Но сегодня я вам не буду показывать весь быт этой квартиры, как я здесь все устроила, или мы здесь все устроили, как все сделали удобно, чтобы здесь существовало два человека. Я вам только покажу, как можно разложить аккуратно вещи. И как сначала кажется, что у тебя вещей такая большая гора. У нас, вы знаете, сколько сезонов здесь в России. И летние, и весенние, осенние, зимние, и валенки. Надо куда-то расположить. Поэтому я вам сегодня покажу, как, в принципе, на небольшой площади, имея всего два шкафа, можно выложить, разложить все вещи, которые собирались у двух человек. В этой квартире я бы с большим удовольствием сделала бы кладовую, знаете, такую сейчас, ой, кладовую, гардеробную, как сейчас говорят. Но, к сожалению, планировка этой квартиры не позволяла сделать здесь хоть маленький, но гардероб. Я купила два шкафа. Один поставил коридор, потому что у меня коридор такой длинный, как раз там вот очень хорошо все вещи хранить. И один поставила в спальню. Еще у меня есть два комода, которых я обожаю. Я считаю, что в комоде очень удобно аккуратно хранить вещи. И многие мне девочки писали после последнего моего видео, а видео было на тему, вообще-то как бы не близкую к раскладыванию вещей, но тем не менее, я говорила о том, что когда женщина выходит замуж, особенно когда глубоко за 40 выходит замуж, значит, этот брак немножко отличается от брака, когда мы идем лет в 20. Но почему-то пошли мне такие вопросы, как можно в таком возрасте жить в небольшой квартире и толкаться попами. Это невозможно, когда у каждого уже должно быть большое личное пространство и свои привычки. Так вот, я вам скажу, я толкаюсь попами с большим удовольствием. И сегодня в этом небольшом видео я вам не буду рассказывать о всех привычках, которые поменялись у меня с тех пор, как мне Господь послал счастье в этой жизни. Я вам покажу только, что касательно вещей. Итак, мне вовремя, говорят, все вовремя, попалась отличная книжка. Сейчас я вам покажу. Это книга Кон Мари, японской писательницы, которая написала, мировой тренд написанный, да, я о ней читала очень много в интернете. Если вы меня будете спрашивать, где я эту книжку взяла или где ее взять, вот не знаю, это мне подарок. Посмотрите в интернете, и вы, в принципе, эту книжку можете найти. Значит, здесь в анонсе я научу вас, как навести порядок один раз и навсегда. Я еще ее читаю. Вот видите, вот тут вот закладка, да? Тут вот до сюда дошла, считайте, четверть книги прочитала. Еще не все. Не все здесь мысли, как я уже говорила, мне здесь они близки, потому что здесь такая технология, что очень много надо вещей выкинуть. У меня, значит, наоборот, была задача такая. Когда вещей стало вдруг в доме в два раза больше, так как появилось здесь два человека в проживании, как эти все вещи аккуратно разложить? И вы не поверите, что я пользовалась вот советами этой книги, и у меня разложилось так, что у меня еще и полочки остались свободны. Ну что, начну с платяного шкафа в спальне. Он у меня небольшой. Можно было бы, конечно, и побольше купить. Ну, вот какой купила, такой купила. Вверху, конечно, не ругайте меня, у меня стоят вот такие кубики из Икеи. Там я храню летние
зимой вещи или зимние летом вещи. Ну, конечно, они должны быть не розовые, но просто они у меня были, поэтому это как времянка. Итак, вот в этом шкафчике у меня все вещи, которые должны висеть на вешалках или на плечиках. Сейчас я вам покажу, какой главный принцип, который я вычитала в этой книге, должен здесь соблюдаться. Итак, шкафчик, он купе. С одной стороны здесь мои вещи, с другой стороны здесь вещи мужа. Значит, если смотреть мой шкафчик, мою сторону этого шкафчика, значит, самое главное, что я вычитала в этой книге, это то, что вещи должны висеть, ну, во-первых, ну, не по цветам, как некоторые хотят располагать, а может быть, так сказать, по текстурам и по длине вещи. Там она говорит о том, что Кун-Мари, о том, что справа должны вещи храниться тонкие текстуры ткани и короткие, а с левой стороны толстые текстуры ткани и длинные. Я сделала наоборот, потому что я левша. Ну, делайте так, как вам удобно. Вот у меня с правой стороны, как я подхожу, естественно, с правой стороны не шкаф, с правой стороны моей руки, с правой стороны руки. Значит, хранятся вещи длинные, а уже левее в эту сторону. Здесь уже потолще идет. Значит, сначала длинные вещи идут, вот платья, юбки. Тоже длинные, уже толстые такие, брюки. Значит, брюки я все вешаю вот на таких штучках. Брюки и юбки я вешаю вот на таких вот зажимах. Очень, кстати, удобно, рекомендую. Потом идут у меня все вместе юбки, очень, очень аккуратно. То есть я никогда не забуду, где какая у меня юбка, и всегда посмотрю, если хочу сегодня одеть юбку, вот они у меня все юбки. Вот так вот. Дальше уже у меня идут толстенькие какие-то вот. Кардиган, который я недавно связала. Костюм, который тоже длинный, с юбкой. И дальше уже пошли теплые кофты. Идут теплые кофты. И в самом конце, вот с этой стороны, уже какие-то такие у меня тонкие кофты такой текстуры. И совсем уже там чуть не шелковые и батистовые. Вот, так, вот, вот, вот такой вот гардероб, тот, который надо здесь повесить. Причем я обычно всегда вешалками вот такими тонкими пользуюсь. Ну вот, например, тут вот у меня кофты висят на тонких плечиках, потому что если я начну это делать на толстых, здесь просто места не хватит. Но кое-какие вещи, вот, например, такие, ну, вот как мой кардиган. Здесь, конечно, нужна толстая вот такая вот, такие плечики, чтобы не вытягивались вот эти вот места у кофт. Хотя, честно говоря, лучше, конечно, эту кофточку положить в шкафчик свернутую. Ну, мне хочется, чтобы она висела здесь. Ну, со стороны мужа тоже все очень просто. Это на каждой одной вешалочке висит одна рубашечка. Ну, я их не делаю по цветам, потому что это глупо. Мужчины не оценят это дело. Значит, вешаю здесь пару его джемперочков, которые тоже, видите, на широкую такую вот, на такие широкие плечики, которые, ну, мне не хочется класть их в комод. И сбоку это брюки тоже вот на таких отличных прищепках. Здесь, конечно, в этой стороне шкафа мне приходится все время поправлять все это дело, потому что сговорить мужчину, что надо сюда брюки вешать, сюда джемпера, сюда рубашки, это бесполезно. Он все равно куда повесил, туда повесил. Вот так вот. Я очень люблю комоды. И, ну, потому что здесь очень удобно все раскладывать, и когда выдвигаешь ящик, все видно. Вот посмотрите, сколько я смогла сюда впихнуть вещей. Это к тому, что говорят, что а куда все вещи девать? Да я вас умоляю, если все правильно разложить, вы не представляете, сколько влазит вещей в один ящик, например, или на одну полку.
Вот я вот такую кучу бы никогда сюда не положила, если бы я эти вещи не расположила вертикально. Тем более вот в этой книге Кун-Мари она говорит о том, что если вы вещи кладете друг на дружку, складываете друг на друга, то вещи сильнее мнутся. А вот в таком состоянии вещи мнутся меньше. Плюс еще ко всему, один из таких секретов о том, что более толстые надо класть вот как-то вот в одно место. Вот видите, у меня вот тут очень толстые эти такие вот кофты идут. Более тонкие компактные текстуры кофточки я разложила как бы в другом месте. Здесь вообще как бы очень толстые такие у меня, как они называются, толстовки. Они отдельно, то, которым я повседневно пользуюсь, там на работу, вот в этой стороне. Очень, я вам скажу, удобненько. То же самое, вот, пожалуйста, ящичек с мужскими вещами. Да тут, видите, еще место есть, куда все положить. Вот так же я разложила. Здесь тоже толстовки идут, такие, которые не часто пользуешься, но иногда. Здесь уже более потоньше джемперочки. Конечно, в мужском, ну, здесь совсем тонкие. Вот, конечно, в мужском отделении постоянно приходится наводить порядок, потому что ни один мужчина, ну или мало мужчин, кто будет точно так же складывать вещи. В общем-то, мне приходится здесь иногда все дело поправлять. Пожалуйста, еще одно мое отделение, уже с тонкими футболками, с какими-то очень такими жидкими, скажем, такими тонкими кофточками. Кстати, вот такие тонкие кофточки, которые, складывая, не складывая, они не будут аккуратно вот как-то держаться. Можно вот такую коробку я положила из-под обуви. Можно ее поменять, конечно, на более что-то интересное. Вот, пожалуйста. Все влезло. Да я вам скажу, что в этот вот шкаф, вот сюда еще, я могу еще что-то положить. Есть место, представляете? Есть еще даже место. Ну, а вот в этом шкафчике, который стоит в коридоре, здесь верхняя одежда и кое-какие костюмы, такие, которые одеваем очень редко. Значит, что мы здесь сделали? Ну, во-первых, вот здесь вот куплена прихожая такая. Ну, вот обычная тут вот такая. Пришел, разделся. Здесь висит одежда у меня та, которая вот ежедневно тут мы. То я, например, шубу одеваю холодно, то когда дождик идет, я одеваю пуховик или куртку, например, когда я пошла, например, здесь в магазин, мне никуда не надо, там, на работу. По-спортивному оделась и побежала. То есть вот здесь, пожалуйста, часть вещей висит. Вот в этом уже шкафу вещи развешаны все. То есть те, которые редко мы одеваем, это что-то осеннее, весеннее, есть летние там какие-то куртки. Ну, есть, например, вот дубленка, которая носится очень редко, потому что, в принципе, нет сильных холодов. А, значит, вся одежда у меня, сейчас постараюсь показать, потому что на дверце, видите, я не могу открыть весь шкаф и вам показать, приходится дверцы туда-сюда открывать. Сейчас, минуточку. Значит, все вещи, которые вот сейчас в данном сезоне у меня не носятся, они у меня все вот в таких вот чехлах до сезона, когда их надо уже будет одевать. Пальто и куртки. В общем, все, что сейчас не носится, все вот в чехлы пошло. Чехлы сейчас купить можно в той же, не только IKEA, но и Фикс Прайсе. Вот, по-моему, вот эти вот розовые часы, они куплены в фикс-прайсе. И здесь же у меня есть, вот тут вот, с этой стороны висят костюмы, которые сейчас, ну, которые каждый день, может быть, не нужны. Такие, на выход. Вот пусть здесь будут. И опять же, видите, здесь у меня опять же внизу вот такой вот коробочка из IKEA, где всякие мелочи, там, по-моему, мои сумки лежат. И в этой стороне я сделала так, что здесь висят короткие вещи.
Да, я вам еще не показала, как хранятся ботинки. Но для этого тоже куплен шкаф отдельный. И в принципе, я вам скажу, для двух человек, ну, место, да место еще есть. Потому что место даже еще осталось. Не вижу никакого такого страха, которые были высказаны мне в видео, о том, что двоим в такой небольшой квартире мало места. Конечно, мы все хотим жить в больших домах. Я мечтаю жить в большом доме, где будет громадная моя гардеробная, где будет громадная гардеробная моего мужа. Там потом дети будут нам внуков приводить, и там у них будут свои гардеробные. И гардеробная у моего кота. Поэтому, конечно, я с большим удовольствием жила в большом доме. Но я вас уверяю, что в маленькой квартире тоже можно очень аккуратно все разложить, и будет вам счастье не только в одиночестве, но и вдвоем. Пока!